Да, поехали. Погнали. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Месте. Ну что, идем? Погоди. Ты не говорил, зачем она тебе нужна? Вдруг я тебя к ней приведу, а ты сделаешь ей хуже, чем эти подпольные студии. Мне нужно узнать, кто ее нанял. Кто бы это ни был, мне нужна его помощь. Иначе мне пиздец. Фига себе. История, достойная любого наемника. Спасибо, очень приятно. Можем идти. Найди пока вход. Я останусь и проверю под сеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Ладно, я пошел. Живой? Решил не играть в скрытность. Thank you.
мелкая шпана! Я нашел спуск. Видишь, где я? Ага, буду через минуту. Жди меня. Ви, подожди. Я сейчас. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Ты слышишь? Ох, нам надо в коридор, вот за этой комнатой. Окей. А с этими что? Я могу их просто убрать, например. Делай, что хочешь. Только сними их вам. Ну что такое? Там еще двое. Там как раз подсобка. Посмотрю, что... Ты посмотри, мы до сих пор сюда. Так, теперь идем в коридор. Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов. Чего добру пропадать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело? Да уж. Заебало тут торчать. Тебя бесит, что на... Может быть, она уже здесь? Мочи эту суку! В атаку, сукины дети! Покажись!
Слава богу. Давай, выходи, Сыкло! Чёрт! Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Смотрю, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного. Все, я здесь. Пошли искать. Жди нас, Эва. Бери лист! Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Вижу ее. И кабель. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три. Давай! Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Ну давай, тебе трудно, что ли? Ну хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хоть обкуриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. Ну что, заходим? А чего нам еще? Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого... Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. Окей, показывай. Погоди, дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви.
Садись. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас. Они не загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из Вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафебори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними верт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебе. На что мне смотреть? На что мне смотреть? Можешь осмотреться, если хочешь. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный нетранер. Или просто работает на пару с таким. Смотрите. Обратите внимание на устройство. И охранные системы. Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из верты сами. Сообщение проверили? Только если сумеешь сделать это, Пафебори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип, это я. Андрей, варба, я в нем вещи. Вдруг начнет говорить, я начнет говорить о биочипе. Это не так важно. Может быть. Но они все из пассивки. Это сужает область поиска. Смотреть. Обратить внимание на устройства и охранные системы. Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из верты сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафебори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить На что мне смотреть? На что мне смотреть? Я знаю, что это. Обратить внимание на устройство и охранные системы. Символы Виве. Нам нужна только планировка комнаты. Если ты про их смысл, то остальное это не ко мне. Остальное мы вырежем из верты сами. Я просто слышал, кто их использует. Сообщение проверить? И кто? Только если говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то, чтобы на 100% уверен. Главное, чтобы у него не было подозрений. Ты про подозрений. Банды нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Биочип? Где ты о нем слышала? Отлично, думаю, на этом все.
Чё скажешь? Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она... Круто, что она сумела организовать все и... Здесь... Запускай. Меня... На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуисты. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны. Просканируй телефон. Есть. Погоди секунду. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Окей, Джуди, хватит. Ладно, отключаю. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана энграмма Сильверхенда. Энграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? Слушай, мне надо бежать. Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Thank you.
Мне нужно связаться с лудуистами, с их боссом. Поможешь? Так-так. Значит, заходим сразу с козырей. Босс лудуистов мама пришит. И связаться с ней будет тяжеловато. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточните. У меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать в лудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать, и перезвоню. Есть для меня хорошие шмотки? Если под хорошими ты понимаешь дешевые, то да. Будешь себе ставить? Погоди!
Мне нужны хорошие шмотки. Стильные. Сейчас подберем вам что-нибудь элегантное. Developed new tastes and let your tongue be amazed. All foods. Еще не спите! И сегодня обещаю дожди. Досада, конечно, но потом показатель.
Thank you.
сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втянуть, они это в гробу видали. Зато у них появился... Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. Ладно, а с кем и как мне связаться? Найди часовню на слово и подойди к алтарю. До тебя дотронуться или кивнут тебе. Что-нибудь такое. Понятно, спасибо. Ага. Где? Да, я слышал. Сейчас позвоню, кому надо. Все объясним. And let your tongue be amazed. All foods. Yummy. Вирус может спровоцировать полный отказ киберимплантов, а в отдельных случаях даже смерть. В ответ на активизацию бандформирований, мэрия повысила уровень общественной опасности до красного. Жителям Ароя и Уотсона рекомендуется не покидать дома в ночное время и всегда иметь при себе огнестрельное оружие для самообороны. Школы и больницы закрыты до особого распоряжения. Какова дальнейшая судьба Пасифики? То, что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище для кровожадных бандитов и наркоманов. Кантао недавно выразила интерес к приобретению недвижимости в Пасифике с целью организовать там серверный и логистический центр. Власти обсуждают возможность продажи земли за
Если ты обо мне не слыхал, еще услышишь. Я Дина. Знаю все, что творится в центре. Скоро новый Я сезон. Да, знаю. Еще как. Наслышан. Всякого. Если что нужно, обращайся. Серьезно, по телеку говорили. Дина все про всех знает. Шикарно! Давай первую серию вместе посмотрим! Thank you.
душа. Я Себастьян Ибарра. Меня называют Патрик. Ви, приятно познакомиться. Люблю людей, которые ценят вежливость. Будем на связи, Ви. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Меня называют Эль Капитан, а тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всем позаботился? Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес — это я. Помни об этом. Есть, капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть все и недорого. В общем, если что, сигналь. Бизнес. Не люблю слово «бизнес». Я называю это работой. Тяжелой и честной работой. Я не жалуюсь. А ты с корпоратами работаешь? Пытаешься меня оскорбить? Скажем так, я повидал таких, как ты. Все бойкие на язык, все готовы народ защищать за умеренную плату. И? Обычно это корпораты. Расскажи мне про Санто-Доминго. Многие пытались здесь зацепиться. Корпорации, банды. Ни у кого не вышло. В Аройе и на ранчо Коронадо живут серьезные ребята. Им лапшу на уши не навешаешь. Мы кровь этого города. Слушай, а почему Эль Капитан? Так, уважение. Благодарны, потому что я защищаю их интересы. Вот это альтруизм. Корпорации – язва на теле мира. Власть должна принадлежать людям. И мы этого добьемся. Вот увидим. Потом поговорим. Угу.